Hello today and welcome to TV Bricks. I'm Tony Ewing and today our program is sponsored by... Добрый день! Добро пожаловать на TV Bricks. И сегодня спонсорами этой программы является Росконгресс, Корпорация развития Сибири и инвестфонда РК Инвест. И сегодня мы очень рады разговаривать с господином Полуниным из Красноярского региона. Господин Полунин возглавляет инвестиционный департамент корпорации «Енисей Сибирь» и также отвечает за отношения с инвесторами. Очень рад приветствовать вас, Владислав. Здравствуйте, Владислав. Спасибо за представление. Спасибо. Владислав Леонидович, when one of the things that we're certain that investors are concerned about at this very moment is the effect of the coronavirus. Владислав Леонидович, конечно, больше всего нас сейчас волнует, конечно же, влияние COVID-19, мировой пандемии. И вероятно, will have long-lasting effects. Вероятно, мы увидим далеко идущие последствия. Могли бы рассказать нам о последствиях с вашей точки зрения в Сибирско-Енисейском регионе? Да, COVID-19 действительно существенно скажется на инвестициях, на объеме инвестиций, поскольку экономика сейчас потеряет значительную часть финансовых средств из оборота, имеющиеся инвестиционные планы будут явно сокращены. В то же время, будучи оптимистами, мы можем рассматривать это время и период выхода из кризиса как время новых возможностей, которая позволит развивать новые сегменты, новые ниши. С учетом того, что в Енисейской Сибири реализуется большое количество крупных инвестиционных проектов, мы в большей степени ставим на инвестиционные предложения, которые предлагают продукт именно для данных проектов, а также отраслей, которые будут меньше всего подвержены как бы воздействию кризиса. Например, производство цветных металлов, производство золота. Я хотел бы отметить несколько проектов, которые представляют собой инвестиционные предложения. То есть первый проект как раз ориентирован на производство извести, он ориентирован на один из крупных проектов, который планируется реализовывать в Енисейской Сибири. Это проект группы «Интергео», в рамках которого планируется развивать медно-никелевые месторождения «Аксук» и «Кингаш». То есть собственная известь используется как реактив при обогащении медно-никелевых руд. Кроме того, это предприятие находится в Курагинском районе, то есть фактически на пути, в непосредственной близости от тех путей, которые прокладываются к месторождениям. То есть мы предполагаем, что это позволит обеспечивать Интергео местным сырьем и, соответственно, существенно сэкономить на транспортных издержках и снизить логистические риски. Помимо Интергео, покупателями продукции этого проекта могут стать золотодобывающие предприятия региона, которые также в технологическом процессе используют известь. Проект предполагает модернизацию и расширение производственных мощностей до 35 тысяч тонн извести в год. И предприятие имеет уже сейчас собственную производственную базу, ресурсную базу, обеспечена необходимой инфраструктурой и квалифицированными кадрами. Общая стоимость проекта составит 285 миллионов рублей, из которых мы предполагаем, что 30%, где-то 85 миллионов, необходимо привлечь со стороны соинвестора для того, чтобы в дальнейшем воспользоваться инструментами заемного финансирования. И, соответственно, при данной структуре финансирования оценочная внутренняя норма доходности проекта составит более 16%, а планируемый срок окупаемости инвестиций — 6 лет. Еще один проект, о котором бы я хотел рассказать, связан с модернизацией производства аморфного графита. Данный проект также реализует действующее предприятие, и это единственный производитель природного графита ГЛС в России. Собственная производственная база компании расположена в Красноярске, а сырьевое месторождение — на севере края. Это Курильское месторождение графита, которое является одним из крупнейших в России и отличается высоким качеством руды. Руду в дальнейшем с севера края по Енисею доставляют до Красноярска, и здесь она уже перерабатывается в конечную продукцию.
Ключевыми потребителями продукции в настоящий момент являются крупнейшие металлургические предприятия России. И проект предполагает два сценария основных модернизации. Один из них связан, базовая модернизация, это увеличение производства графита до 15 тысяч тонн в год с содержанием в продукте углерода около 90% и серы от 3 до 0,5%. И второй сценарий – это уже глубокая модернизация, и он предполагает увеличение производства до 46 тысяч тонн в год, но позволит уже увеличить содержание в продукте углерода до 99%, а содержание серы снизить до 0,1%. И если реализация первого сценария направлена на производство продукции для традиционных отраслей и внутренний спрос, то реализация второго сценария, это глубокая модернизация, она направлена уже на расширение сегментов, как бы, где может использоваться продукция, и также дает возможность выйти на международный рынок. И в целом получается, что проект, базовый сценарий модернизации оценивается в районе 430 миллионов рублей инвестиций, а глубокой модернизации 1,8 миллиардов рублей. Норма доходности в районе 24%, срок окупаемости 5,7 лет. Третий проект, который бы я хотел отметить, он базируется на развитии исторического предприятия Троицкого солеваренного завода. Завод этот расположен в Тосеевском районе Красноярского края, и предприятие имеет доступ к природным рассолам с хорошей естественной концентрацией солей, которые когда-то использовались для производства пищевой соли, сейчас же рассматриваются как одна из производных для того, чтобы производить качественные химические реактивы. То есть и в данный момент компания рассматривает сценарий модернизации с ориентацией прежде всего на производство продукции малотоннажной химии. С учетом большого количества золотодобывающих предприятий у нас в Красноярском крае, то эти проекты как раз требуют реактивы различные для того, чтобы обогащать. Владислав Леонидович, простите, пожалуйста. Хотел вас перебить, задать пару вопросов об этих интереснейших проектах. Первое. Аморфный графит. Это очень интересная отрасль. Возможно, ее стоит подчеркнуть, стоит показать инвесторам. Всего лишь два месяца назад у многих специалистов были очень отрицательные прогнозы по развитию китайской отрасли и промышленности. Но сейчас Китай вернулся назад к работе. И мы видим, что сейчас существует огромный потенциал производства электроники, особенно который касается социального дистанцирования. И также альтернативное на использование, как вы сказали, аморфного графита – это золотодобыча. А еще одна отрасль – это развитие электроники и электронные продукты. Поэтому для Енисея Сибири, я полагаю, что международное сотрудничество приобретает новую важность, в частности с Китаем, по этой новой электронике. Поскольку я считаю, что Енисей Сибири в Красноярске является одним из крупнейших производителей аморфного графита в мире, я считаю, что другие конкурирующие регионы недостаточно спозиционированы в плане реакции к COVID-19. Я думаю, что Россия очень хорошо справляется, уникальная ситуация в этом плане. Поэтому расскажите нам побольше о аморфном графите. Вы рассказывали очень интересные сценарии. Вы уже рассматриваете варианты расширения на разные уровни, 15-46 тысяч тонн. Пожалуйста, расскажите нам о вашей стратегии экспорта либо сотрудничества с международными иностранными производителями электроники, например. Да, действительно, с вами согласен. Графит очень востребован и в самых разных отраслях, и помимо традиционных металлургии, машиностроения и химической промышленности, он также широко используется и в электронике, это там, так и проводящие клеи, различные графитовые подложки.
И здесь я как раз упоминал о том, что предприятие рассматривает два сценария модернизации. И если мы хотим выходить с графитом на международный рынок и на электронику, то нужно обрабатывать продукцию до высоких показателей углерода и до низких показателей серы. И в том числе открывается рынок, прежде всего, даже не столько, как мне рассказывали инициаторы проекта, не столько Китая, сколько Японии, которые как раз являются одними из основных потребителей качественного графита с точки зрения как раз использования его в электронике. Кроме того, конечно, можно рассмотреть и даже новые материалы на основе графита, которые можно получать в том числе из высококачественного. То есть тот же знаменитый графен, который сейчас еще только исследуется, его как бы свойства и возможности применения, но тем не менее однозначно это будет один из самых основных материалов электроники в скором времени. Great, great. No, спасибо большое. Это так интересно. Значит, регион ECACB, это особенности Красноярска, является так называемым гринфилдом, то есть регионом, который открыт к развитию. И у вас не только присутствует в регионе оптового производства, соответственно, и производство крупнотоннажное, малотоннажное, производство для розницы. И, как я уже говорил, по золоту, вы знаете, сегодня многие инвесторы уходят от рынков капитала и отступают в безопасную гавань инвестиций в золото. И в этом контексте Красноярск также является крайне привлекательным регионом, поскольку вы можете производить золото для различных видов различных отраслей, будь то в виде электроники, развития производства. Вы также можете и для розничных целей также производить золото и ювелирную продукцию. И я думаю, что Индии, и как одному из наших регионов, входящих в БРИКС, было бы очень интересно. И я думаю, что золото там никогда не будет рецессия. Возможно, вы могли бы рассказать нам немного больше о тех продуктах, которые пользуются особым спросом во многих направлениях. Мы сказали, мы упомянули графит, поговорили о золоте. А какие еще у нас есть? Какие еще есть производства продуктов в Красноярске, которые могут идти и на опт, и на розницу? Универсальные продукты. Ну, у нас в Красноярском крае очень много различных возможностей и полезных ископаемых, которые имеют различные совершенно направления использования. Но мы, конечно, можем говорить о том, что у нас некоторая специализация сложилась вокруг цветных металлов. И помимо золота, это, наверное, прежде всего различные платиноиды, металлы медно-никелевой группы. А в целом, конечно, определенную специфику для реализации любых проектов в Енисейской Сибири накладывает большая территория региона, и из-за нее требуются значительные затраты на инфраструктурное обеспечение. Но в целом правительство предусматривает ряд необходимых мер для того, чтобы можно было обеспечить инвестиционные проекты необходимой инфраструктурой и льготами. И в любом случае, как бы инвестор, заинтересованный в реализации проектов в Енисейской Сибири, может рассчитывать на всестороннюю поддержку со стороны правительства Красноярского края, правительства Республики Хакасия и Тыва, и, конечно, корпорации развития Енисейской Сибири. Большое спасибо. Насколько я понял, все эти проекты полностью поддерживаются правительством Российской Федерации. Я правильно понимаю? Да, конечно, я об этом и сказал. То, что любой инвестиционный проект, которым занимаемся мы в Енисейской Сибири, мы как раз представляем информацию, в том числе в правительство Красноярского края, правительство Республики Хакасия, Республики Тыва, и ожидаем от них и получаем поддержку по этим проектам. Любой из наших регионов заинтересован в привлечении новых инвесторов. Владислав Леонидович, я хотел бы также попросить вам оставшееся время рассказать нам о самом процессе инвестирования. Скажем, я инвестор, который из региона БРИКС, и мне интересны ваши проекты. Расскажите нам, пожалуйста, сами процессы, саму структуру того, как
заинтересованные инвесторы могут начать процесс? Заинтересованным инвесторам следует обратиться в Корпорацию развития Енисейской Сибири непосредственно ко мне. Соответственно, я работаю со всеми проектами и инвестиционными предложениями здесь у нас напрямую, и поэтому могу, во-первых, дать дополнительную информацию любую, ответить на вопросы, и также, соответственно, наладить коммуникации с интересующим проектом. Мы официально представляем их интересы, поэтому можем уже на этапе даже предварительных переговоров обсудить что-то по вариантам сделки инвестиционной. И, в принципе, любой из наших проектов, он достаточно гибкий по инструментам инвестирования. То есть это может быть и как вхождение в долю предприятия, так и применение любых других инструментов инвестиционного финансирования, которые удобны инвестору. Здесь мы как бы со своей стороны пытаемся нашими компетенциями и как третье лицо, мы корпорация, да, подкрепить эту сделку, соответственно, чтобы выдержаны были интересы и предприятия, и инвестора, и плюс гарантируем то, что этот проект будет находиться в сфере внимания правительства Красноярского края, Республики Хакасия, Республики Тыва, и, соответственно, может претендовать на необходимую государственную поддержку практически, можно сказать, сразу же на старте сделки. Владислав Леонидович, я полагаю, что наше время заканчивается, но я хотел бы искренне поблагодарить вас за ваше время. Надеюсь, что в следующий раз, когда мы встретимся, мы сможем вместе пойти на рыбалку на Енисея. И, конечно же, я буду направлять всех инвесторов в ваш регион, в прекрасный город Красноярск. Хорошо, спасибо. Давайте тогда вместе съездим с вами и с инвесторами на рыбалку в следующий раз. Okay, everyone. I'm Tony. Спасибо, меня зовут Тони Юлин. Воспользуйтесь возможностью. Инвестируйте в регионы.